Привет! Всем спасибо, что вы с нами на нашем канале. Общественники потребовали у Константина Эрнста объяснений. Многие считают, что телевизионные начальники специально развращают и отупляют зрителей. Показ музыкально-развлекательного проекта на главной кнопке страны возмутил экс-депутата Госдумы Романа Худякова. Посмотрев очередной выпуск передачи на Первом канале, общественник разразился гневной отповедью. Политик убежден, что телевизионные начальники намеренно развращают и отупляют зрителей, ставя в эфир передачи подобного уровня. Особенно неуместным это кажется в нынешний исторический момент. Паршивые клоуны на Первом федеральном канале. От вас всех тошнит. Вся страна пишет, какое отвращение люди чувствуют, когда по телевизору пляшут и поют скоморохи. А наши родные и близкие в это время на СВО. И мои родные и близкие. Мой старший сын Иван и младший брат Иван в окопах. А в жюри сидят отвратительные рожи. Им весело. Шоу на Первом канале. Похоже, до телевизионных начальников, до продюсеров безобразной передачи, сделанной по американской лицензии, фантастика не доходит, что идет СВО. Наши мужики на передовой бьются. Не представляю, чтобы во время Великой Отечественной войны по телевизору шла немецкая эстрада. Продюсеры, телепередачи, студия, АУ, Первый канал. АУ, вы вообще в себе? Я начинаю верить, что эти господа планируют вернуть в эфир Ивана Урганта без извинений, без объяснений подробностей своих поступков, черного квадрата и спешного побега в Израиль в 2022 году. Этот Ургант – пустой бамбук, как пел поддерживающий СВО Александр Буйнов. Урганта невозможно слушать, попытки пошутить, когда содержание ноль, что стало очень заметно сейчас. Но жюри шоу «Фантастика» не лучше. Такие же пустые клоуны, которые, скажем откровенно, сейчас, когда в стране нужна всеобщая мобилизация, работа и на фронте, и в тылу, на победу. Они строят рожи, кривляются и пытаются шутить. Людей от вас тошнит, моральные уроды. По мнению Худякова, пора сворачивать эту гнусную пошлятину. Общественник убежден, что россияне не дурачки, которые с удовольствием смотрят шоу подобного формата. Наши граждане и умнее, и тоньше, и интеллектуально, и культурно, и заслуживают лучшее, а не жвачку-развлекуху для тупых. Осознайте, наконец, телевизионные упыри, насколько великая культура и история у нашей родины, России. Хватит подражать непонятно кому. Неправда, будто у людей есть запрос на такую продукцию. Потому якобы и показывают. Это ложь. Теленачальники намеренно пытаются отуплять наших замечательных умных людей подобными передачами. Возмущается Роман Худяков. Уберите все кальки с тупых шоу из эфира. Они никому, кроме вас и кучки идиотов, не нужны. Пока что сделавший важный шаг для реабилитации Урганта, Эрнст не комментировал разразившийся скандал. Однако можно не сомневаться, что рано или поздно ему придется отреагировать на эту ситуацию и высказать свое мнение, которое, в принципе, уже никому и не интересно.